это салон. Можно постоять на короле и на этом, на звезде мишковый бис. Ну ты звезде касну будешь делать. Ну только короля тогда могу. Ты можешь луну с королем поиграть. Ну давай. Мне же бы ролит печеньку, я написал в дискорде, что ролит на аркана, мне надо тебе показать, да, Т4? Да. Что у меня есть. Окей. Сейчас еще одна игра. Танком, ага. Не сей ты там на звездочке костыми позбиваешь. Паладин, твой крест, мой череп. Дайте сумму по кругалу. Паладины с бафами разобрали сами или нет? Холик МП5 на всех не кидай. Нет, у меня рыбки нету, но Варя осталась, я сюда не скину. Вон там поставил, кто-то ешь себя. Кудрял, ты меня слышишь? Пойди спеллую, там маг гисовывает, два шамана рестора. Рестор говорит тоже. Все диспелим. Изначально никто не бьет, пока не будет активации. Милики. Я буду говорить, кого свечится. Изначально все стримы в кашу, но никто не убьет. Танки набирайте агро. Но пула нету. Все, кому что не хватает, же мне пишу в чат. Инту дайте на хуликал. Лок. Восток, все вижу. Танки можете вправить по готовности. Сейчас погоди, черты я сделаю. Никто сейчас не бьет, ждем стоим активации. Не бейте, я сказал, не бейте, что вы делаете? РДД по кресту играем. Милики, сейчас собак будете бить. Звезду у Моисея отведи в 3D метку, пожалуйста. Противоположную. Бомбу живую выносим, как вам будет. Преисподнюю надо будет захилить. Чё там с этого?
Ничего не увижу вообще. Собак, бейте. Что там, хилить будут, нет? Это, друиды хильти геру дали в череп все свищнулись. Диспелим. Больше ДПСа по черепу. Дали, дали диван к выходу, все подбежали ближе к выходу. Встали, зашли. Вот, например, сова Алтаир. Кто это был? Череп, это жилок, да? Как у него там ник? Вот он его, по-моему, не бил вообще. Сейчас я посмотрю. Олма, он вообще не бил. Я ж на диспеле. Наверное, он диспелил, как ты думаешь, сова. А чё, когда лок активный, только проклятие? Да. Лок активируется, начинают диспельщики хуярить диспел. А тотем у шаманов снимается? Нет. На пати? Нет. Ну, с очищением качанным он же должен снимать, нет? Нет, тотем не снимает, руками только все снимаются. Не бафайте, сейчас все зайдут. Ну, я же поставил метки, все туда ставьте своих, свои метки. Кто на ком стоит в станках. Никто вообще не бьет, пока не произойдет активация. Теперь мне интересно, Кавмак больше диспелла надо добиться. Я только и диспелил. Сколько я диспелил? Че, мало что ли? Шаквов. Ты бить будешь, не диспелишь. Как скажешь. Дайте рыбу. Ты надеюсь, я с тебя агро не собью? Не знаю. Ну а там шаман есть, который писал, что не может диспелить из-за хилбота. А что, группу нельзя вытащить свою? Хотя бы. Свою группу диспелить. Танков диспелить. Сейчас тебя к танкам закину. Кто писал, Вискарь или кто? Какой-то Восток, там на В что-то. Нет, вот, кстати, Вискарь. Где вообще ноль диспелла? Да, у него ноль. Восток вроде писал, да? Вискарь, ты тут? Вискарь, будешь диспелить танк. Не продиспелишь меня его. А, поставьте рыбку, если вот есть еще. Поставили, спасибо. Еще до активации вы из-за того, что бьете, у вас тринкет и все схрабатывает, и вы потом без бурстов остаетесь, если что. Так что лучше вообще не бить нахуй.
Кому что не хватает, непонятно, жмем нет. А можно попросить, Рел, вот я там стоял, вот где луна, ты поставил 3D-метку. Меня там откидывает, напаление на эти закидывает. Можно я вот звезду поставлю, вот эти? Ну стой, стой в полении. А ну или давай так, давай. Просто он наверх меня закидывает, а босса не кидает. Нет, скорее всего, здесь сверх ДД-шек будет кидать. Стой там, он в полениях тогда стой. Ждите активации 5 секунд еще. Там гех удали в череп все быстрее. Собак. Танки каждый по собаке себе забрал. Больше ДПС. Убили что ли? Или что? Не вижу я. А, все. Милики ушли, пока вон луну можете убить. Танка только встаньте. Сейчас я этого заберу. Где захилл? Кто активен? Не вижу. Если по глаз РДД по звездочке. Милики также луну бьют. Милики не бьют звезду. Никогда. Звезда миликом делает. Почитай дебаф его. Баф его точнее. Убьешь его, он хилится. В луне все снижали, все в луну. Паладин, давай поменяйся, таунт, нажми на него, чтобы преисподнял сбывал. А мне крест отдать. Милики короля можете бить.
Да, и там, иных. Да, я сама дал. Крест так, да, по кресту, да. С бомбы выносим на ком бомбу. Миликов тоже касается. Звездочку. РДД только звездочку. Милики всегда убьете короля, пока не убьет. Не умрет. Такой долгий босс, жесть. Милики, отойдите. Милики ушло.
Нужна эта голова кому-нибудь? Но можешь пулять или разорвал пока? Да, пулять. Нет. А, не, не можно этот, кто это был? Кто? Палку можно? Вот эту, которая с меткостью. Я распылил. Уже распылил? Так а что, ты ее не ролил, что ли? Да не, не сейчас я буду рулить. Я голову только бесполезную пошел. Не, а палку, палку ты распылил уже, что ли? Зачем мне ее распылять, она у меня. А, так ты ее не ролил еще дробящая? Нет. Mm. Все, все, все. Мы неправильно поняли просто. Вискария, ты хилить будешь? Ну кас, бьете вы череп, почему кас не сбиваете?
Чё, кто из танков потанчится? Во. Могла. Плюсик, кто хочет. Рай, Моисей и Мишка, вы на боссе. Кого лучше, на пул у вас? На пулу нету. Чё, Мишка быстрее тебя огонь берёт или ты? Ну, давай я попробую, может. Давай, нет. Печенька, мейн. Без кари ты зайдешь? Никто не бьет секунд 5-10. Пускай огонь берет. А бдительности дай на этого. Кто тут самый крутой? Мейерс вот этот поводит. На нем он висит. Ага. Не без кари ты зайдешь? Ладно, да, 4 тела. По тактике, я сзади за ручки закрываю, пол один ты слева. С правой стороны все локи, маги, ШП. Трое ручек, больше там с правой стороны не будет после печки. Мини-зона, первая группа смотрит налево, вторая направо, если будет рядом с боссом. Говорю, шаг назад, повернулись назад, закрыли ручки. Хилы, да. Все, кому что не хватает, же нет. Че, набор будешь делать или нет? Не пишут. Если есть у кого-то знакомый, кто хочет, пускай идет. Ты дашь? Желательно, хил. Сейчас, погоди, в гильду напишу. Мангал эклипсинг. Лапу. Обнимите, я вижу. Не будете закрывать ручки, вайпнемся. Опять бежать, опять бафаться. Время терять, мне кажется, никому не надо. Ну, у меня в гильдии молчат. Да вот 24, тут где мы главное. Блять, а нахуй вам этот один нужен, я не понимаю. Нахуй вам отперся. Сейчас. 255-й РШ. А, подожди, не пуляй. Не пуляй. Кто это вот говорит? Это Беломорка мне ассиста, да? Сейчас у нас перезайдет. Что, ты дал мне ассиста, не? Да, да. Сейчас он перезайдет, отпишется в гильду, я его приму.
блядь, что-то долго. Чек на АФК. Вот он. Ты ему на всякий случай РК кинь. Yeah. Дай как-нибудь еще обладает шкаф. Или где он стоит? Что я его тут не наблюдаю вообще. Дай шкаф. Там, блядь, с КД нахуй. Какой это? Погодь секунду, сейчас. Никто не бьет, пока не поставят и не будет на нем уже. Смотрим за руками лучше. Хьюга. Хьюга, блядь. Кто не заберет сейчас тебя? Никто не заберет. Это, подошли к выходу. Блядь, сказал же нахуй, не бейте. Ладно, закрывай сзади ручки, поанонсишь, я подержу. Или хотя, чё ты, у тебя мишка как сыграл будет? Да то я позакрываю. Ну без напула, ну залупа будет, если этот будет лок бить. Ты лучше ДКшником потанчи, а я вместо тебя постою позакрываю. Анонсить будешь. Так а чё, у него нету ломана? Чё, не следит за своим агрот? У долбоебов нету ломана, запомните. Снимаем быстрее рез. Снимай, резай, блядь. Снимай, резай диван. Диван сними, нажми на срез. Ну, середину бы встал, что не резнешь свет. Не, ну каких 30 секунд? Мы там, ну, где-то секунд 15 его били. Пиздец. Слышь, РЛ? Что? Смотри, короче, у этого шама, да, он случайно на крыла повесил себе КД. А на магика, если надо, можно его бы... Ну это шам, который КДчка. У него на магике КД нет. Жизнь не бахать, сейчас все наберут. Ну, Лок, я не знаю, что ты мне пишешь, тут нет у тебя какой-то задачи его овер задепрессить, чтобы быстрее его куда-то слить. У него нет персли. Да так что ты ему объясняешь, он не вменяемый. Просто взял и вайпнул.
Да, этих рыбалок вижу. Лапку не вижу. Лапку не вижу. Молодцы. Где ты стоял, ДК? Сзади. Там по гире. Шаман, ну блять. Был. Геру дать. Не давай уже. Конечно. За руками, смотрите, я не вижу ничего из полубосса. Справа, смотрите, там не сгорите. Будет быстро проходить. Кто-то сгорел. Главное, чтоб не танк. Мили зону слева, справа, точнее. Или откуда у вас? Алтаир, подними, пожалуйста, лук. Справа ручек больше не будет. Будет только слева и сзади. Квадрат. Это самое. Бегите кто-то сюда. Молодцы, не закрыли, да? Угу. Зулма и Мирса подними. Квадрат, сюда ближе стой. Там рейд закроет, где ты стоишь. Войд Бес, подними шаков. Вот ты, блядь, вот на локе стоишь, да, у тебя за тебя ручка, ты не видишь нихуя. Тебе лишь бы по ДПСить, блядь. Извините. Там друиды еще есть, можно вам вернуть кого-то, ДД какого-то. Зулмай, подними Мирса, Войд Бес, Шак Волф. Кого ты, блядь, поднимал? Квадрат сюда ближе, если что тут появится, я две не закрою одновременно. Там вон люди рейд стоит. Центральная, ага. Беху после следующих ключек можно дать. Давай БЛ, шаман. Ручки закрываем.
Да, я порт. Каждый день дарован нам свет. Ну что, я принимаю шаму-то? Угу. Зайти башню не захватит. Хилла, ты зайдешь? Зуломай, зайдешь? Ну ассиста хоть на сумму, блядь, стоите. Почти все тут.
Желающий на кубы 5 человек. Да, я подумаю. Еще желающие на кубы. Здесь легче кубы, чем в обычке. Что ты спрашиваешь, по квесту смотрели и все? Сколько танков у нас? 4? Вообще кубы все нажимаем. Видите каст, кто-то не нажал, бежим, нажимаем. Че сложного нет? Все, кто на головой, метки есть, в 3D метки встаете и нажимаете. Тактики бьем босса, геру также с пула, между кубами только стоим, рядом с кубами не стоим, потому что будут лужи слева, портал выходит демоны, демоны под босса целевают АОЕ. Справа бесы, танки ловят всех бесов, потом только вливаемся. Мирс первый, гнев небес, Локтара второй, а Моисей на трэше. Паладин босса танчил. И паладин на трэше будет вместе со мной. А с дальнего портала гитаристы. Гитаристы первого под босса заливают быстренько. Остальных ловим и РДД свечутся. Мюлики, кто умеет бить, бьют. Моя кровь станет вашей богиней. Да, ты на трэш. Кому еще не хватает, жмем нет. Два, четыре, пока попробуем, все. А, забыл сказать, на 50% бежим все к выходу. Будут зеленые такие яркие лужи. В них зайдете, вас возьмет контроль.
Бомжи отдайте, у кого есть. Сначала на чудотворца убить. Сколько до активации? 30. Прочь, паразиты! Моя кровь принадлежит мне! Не стой рядом с кубом, Крест. Лужу кинешь, потом не прожмешь. Геха. А, с печатью забыл, обещали сказать, хилы, т.д. Под конец печати ничего не кастует. Когда будут эти демоны слева портала, надо будет диспылить, у кого будет дебаф. Каст через 5 секунд. Рядом с крестом кто-нибудь стойте, там его может шотнуть. Оверхил крест. Сука, крест нажмите, блядь. Блядь, дебилы нахуй. Гитаристы, ловите гитаристов. Первого все заливают. Свичнулись первого. Быстрее свичнулись этого, который под боссом. Остальных от рейда уводите. Любой стан по нему, ну, блядь. Ретрики ферять их могут, если чё. Ну, если чё, здесь тут лежит уже все, блядь. Дайте диван на кого-нибудь. Ложитесь. Стоп хил. Ну, ресни или встали, зашлись. А вон рисуют. Одного хила бы нам вообще. Или это да. Да, у нас народ-то разбежался. Никуда не разбежался, потому что так же просто. Одного не хватает как раз. Угу.
Алекс Шелл, ты тут? РЛ, одну минуту отойду. Зайди вовнутрь, потом уйди. Алекс Шелл, на тебе крест, нажимаешь на крест. Едим, заходим. Вон там ресницы еще валяются. Блять, поднимите его. Все, понятно. А, он вылетел. А вон Хьюго зашел, все тут, никто еще не ушел. Черного фига. Релли, что тебе? А, Беломах. Беломах. Ну, он говорил под... опять за одну минуту. Да, он подойдет, пока мы трэш подъем. Да. Кого я бомжи не в КД? Дайте бомжи. Ехал.
10 секунд до коста. О, ну хильте буду уже. Каст. Музыки, вы там в луже стоите, что ли? Ловите демонов. Под босса их можно. Или босса под них. Куда ты повел? Заливаем. Демонов заливаем. Диспельте, как вам видите. Быстрее демонов заливайте. 4% только сняли боссу, если что. Чем мы заливаем? Этот вспышка, сейчас каст будет. Кубы. Че, 5 демонов, это хорошо. Под босса демонов в одну точку желательно, чтобы их кливали. Кливом босса бейте, кливом этих задевайте. Но надо обязательно сейчас перевести до следующих кубов. Сколько процентов? 57. 30 секунд еще. 56. По боссу играйте, все по боссу, все чисто по боссу играйте. Быстрее 10 секунд 2%. Больше ДПС. Это повел сюда, к выходу все. К выходу все. Молодцы. Все, сейчас изи фазы, хиль, бей, и все, больше ничего не надо делать. Из лужи выйдите. Ты заберешь, может? Куда ты сейчас? Тебя сейчас выкинет туда и будешь сидеть в луже. Так посмотри, вот где, блядь, за тебя лужа, нахуй, куда ты встаешь? Я развернулся между луж. Ты думаешь, ты между луж прям стоишь? Да, да, да. А я вижу, прям в лужу ты стоишь. Так, тебя в зеленую откинет. Ну вот, смотри, не откинул. Ты просто не долетел до нее. Ну так я же далеко стою. Ну в том же направлении. Так мы же на краю комнаты стоим. Ну лучше не рисковать, ты ж не видишь, насколько он сейчас. А что, он может дальше откидывать? Ну, хер его знает. Ну, обычно все отворачивают от лужи. Не, ну это когда в центре стоят. Я думал, в центре надо.
О, как ты зашел, Хьюго? Очень мне интересно. Скорее всего, здесь я появился. Так само выкидывает. Не, у меня раз тоже была такая херня, выбросила, потом назад в рейде. Во время боя. Как раз тоже на магии. Прыгай сюда, какого. А у меня же декатанком во втором рейде на магике ждут стоят. Ля, щиток какой. Можно печати, пожалуйста, РЛ? Я бы это самое разролился и пошел бы во второй рейд. Токсик. Какой ты пати, сейчас не вижу тебя. Четвертая пати, токсик. Куда, блять, у вас такие холмы? Не говори, тут 32 тролля, что 90 на карте. Шаквов, подойди к ним. Дим, показываю тебе 4Т4, чтоб ты видел. Печеньки. Блять, я не банк сейчас слетаю, возьму. Не бери уже. Где ты? Печеньки. Вижу. Одна печенька на ролл. Всем спасибо. Если есть желание, могу продать. Если кто-то хочет купить. Кольчугу, пояс.